Обычная дорога домой для автоледи может обернуться неприятностью. Проколотое колесо – это страшный сон даже опытных водителей. Но что же делать с тяжелой шиной, слабому полу? Давайте разбираться вместе. Машину потянуло в сторону, появился странный шум, тревожные признаки. Иван, автолюбитель с 10-летним стажем, советует не паниковать. Поменять колесо самостоятельно даме по силам, но не на оживленной трассе. На автомагистралях существуют телефоны спасательных служб, вот, и стоит обратиться к ним. Если данная ситуация случилась там в населенном пункте, либо во дворе, то можно это сделать самой. Машину на ручник, под колесо упор, а на дорогу аварийный знак. Можем приступать к работе. Спасательный набор должен лежать в каждом багажнике. Баллонным ключом слегка ослабляем гайки. На очереди домкрат. Как понять, на какую высоту поднимать? Поднимаем до тех пор, пока колесо не оказалось в воздухе, то есть не оторвалось от земли. Только теперь выкручиваем гайки до конца и снимаем пробитое колесо. А вот и запасное. Дело, может, и не женское, но выполнимое. Проверила на себе. Осталось измерить давление в шине. На спущенной далеко не уедешь. Да это и небезопасно. Можно потерять контроль над железным конем. На спущенном колесе можно проехать небольшое расстояние, вот, для того, чтобы выбрать безопасное место. Если в случае, если уже не будет никакого варианта, то на нем можно доехать до ближайшего шиномонтажа, но в процессе может пострадать шина и сам колесный диск. И тогда уже придется не только менять колесо, но и чинить весь автомобиль. Приехал на оформление аварии, но успел еще и доброе дело сделать. Полицейский Максим Соловьев понял, без его помощи автоледи с проколотым колесом не справится. Сотрудник полиции в первую очередь мужчина, а девочкам всегда нужно помогать, и независимо от того, что кем ты работаешь и где ты работаешь. Быть строгим полицейским, но отзывчивым мужчиной для Максима в работе главное. Пока такие помощники на дорогах встречаются, о домкратах мы, девушки, можем и не вспоминать. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».